Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция» представил публике свою продукцию на 16-й международной специализированной выставке-ярмарке сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел «Фармер». В наши дни на полях Молдовы культивируются 79 сортов и гибридов, созданных в НИИ «Селекция». На этой выставке демонстрируются, значит, наши сорта и гибриды, демонстрируются остальные разработки, печатная продукция. Я вам должен сказать, что в институте разрабатывался одним из первых. Это направление в защите растений, которое позволило сейчас перейти на технологии, которые позволяют произвести экологически чистую продукцию. Ну, и дефикари даты, латуати экспозители, но и виним, наш удор агрикулторилор, царанилор, и презентем культурили де кемп, кари сын триати ла ной, и институтили продуче семинцин, кари пентру али прокура, де ла ной, дечи семинцили де сои, de fasole, hibrizi de floarea soarelor care sunt pentru ulei. Avem foarte bune soiuri de sfeclă de furaj, sfeclă de zahăr, care cu un procent înalt de zahăr. Sunt pur ecologici. Noi totodată, deci, putem da și o mică informație pentru tehnologia acestor culturi. Основанный в далеком 1944 году, научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция» совершенствует свою деятельность, а также активно сотрудничает с научными лабораториями из России, Украины, Белоруссии, Германии, США и другими. В следующем году мы празднуем 70-летие. За 70 лет он прошел довольно успешный путь. Селекционные отделы создали более 100 сортов разных культур. Второе, он занимается производством семян и этих новых сортов своих. Объемы семян достаточно большие, которые обеспечивают потребности республики. Научно-исследовательские достижения НИИ «Селекция» получают не только национальное, но и европейское признание. Чем мы гордимся? У нас есть его оборот, который в прошлом году этот эксперимент завершил 50-летнюю историю. Ну, собственно, в Европе, за исключением Англии, таких севооборотов старше такого опыта нет. Есть решение уже Еврокомиссии, значит, и решение будет правительства о том, чтобы признать черноземы, на которых расположен этот севооборот, признать его национальным достоянием. Продукция НИИ полевых культур «Селекция» – лучший выбор фермеров.